Вы окажетесь в легендарной тюрьме Алькатрас, из которой до этого выбирался только один человек. Это увлекательнее, чем путешествие, загадочнее, чем нераскрытая тайна, остросюжетнее, чем самый запутанный детектив. Это вкуснее, чем пышное застолье, это объединяет круче любого тимбилдинга, это дешевле, чем самый скромный корпоратив. Это квесты Эврика, о которых наверняка слышал каждый, но не каждый себя в них пробовал. В Оренбурге пока освоены 3 сценария. Самым простым считается побег из тюрьмы Алькатрас. Ты застряла! Но я, как человек, на силу вырвавшийся из заточения, могу с полной уверенностью сказать, сложность сценария явно недооценивают. Гостиничный номер, он уже более технологичный, в нем присутствует электроника, где-то что-то само открывается, то есть это уже немного поинтересней. Полицейский участок, ну, это самый сложный на данный момент квест, из него всего 30% выхода. Эти сценарии рождались в самых светлых головах нашей страны, хотя отцы квестов от Эврики вообще родом из Лондона. Впрочем, уникальный антураж оренбургских игр родился исключительно благодаря местным кураторам. Они не ленились, поскитались по барахолкам, перевернули с ног на голову бабушки на антресоли, и все не зря. Игры получились сложными, глубокими, но невероятно универсальными. Сюда можно прийти со второй половинкой, из компании друзей, целым коллективом, а то и вовсе всем холдингом, потому как замысловатых задач, шарат и даже комнат здесь хватит на всех. А если принять во внимание обильность акций и гибкую систему скидок компании, то тут волей-неволей вскрикнешь «Эврика!».